Итак, всем привет, с вами Корсунган, и как неожиданно, я все-таки продолжаю записывать «Бесконечное лето». Как вы помните, мы закончили на доброй концовке Микурута, и как оказалось, я еще раз перепрочитал, что поменяли некоторые правила, и благодаря тому, что я смог с ней потанцевать на том дне, ну, когда это был последний день, и у нас получилась довольно-таки пикантная сцена, то я автоматом вышел на хорошую концовку. Как оказалось, чтобы выйти на плохие концовки, не обязательно перепроходить прям весь рут. Это буквально нужно сделать на некоторых днях, можно сфейлить. Так, ну, давайте попробуем, наверное, выйти на концовку, именно true концовку, которая мне всегда очень нравилась больше, чем Good. Давайте мы загрузимся. Не поняла, куда мои сохранки делись. А, да, я же забыл, я же перешел на новую версию, поэтому... Черт, придется по новой перепроходить. Так, моды сценарийские... Так, чтобы вы мне верили... Так, достижение, вот Нику у нас. Это у нас, нет, не классик рут. Да, вот он, диджейский. Вот. Мы прошли ачивку под названием «Обязательно дождись». Ну, хорошая концовка. Нам нужна должна... А, хорошая РФ-концовка, плохая концовка и истинная концовка. Что за хорошая РФ-концовка, я честно не помню. Я помню, что на этом месте была какая-то концовка не... А, вспомнил, нейтрал-концовка. Вспомнил. Она называлась... Не помню, честное слово. Так, ладно. Давайте мы выйдем отсюда, потому что надо бы как-то... Так, нет, какие обнулить прохождение? Главное меню. Сейчас мы идем на Микурут. Зимнее лето. И чтобы уже не нарушать все традиции, мы... Ну ладно, если уж обещался, то я покажу все. Все, что было. Ну, так как мы ходили через Локи, то, наверное, через Локи и пойдем дальше. Реальность, которую заслуживает. Да, мы это уже слышали, к сожалению. Ну, не к сожалению. Наверное, получится как-нибудь пропустить это все. Да, мы это уже все видели с вами. Поэтому надо бы пропустить это. Сейчас, подождите минуточку. Настройки. Пропускать все. Давайте пропустим, потому что, ну, это мы видели. Так, ну, все буквально то же самое. Ничем... Я буквально до записи чуть-чуть проверил. Я думал, новая версия чем-то отличается от старой. Пойду, милая. Ну, естественно, потому что некоторые выборы надо оставлять. Ну, все то же самое. Просто когда я начал... Сейчас. Нет, играть в самое обычное зимнее лето. Так вот. Что я хотел сказать? Я бы хотел, конечно, когда прохожу, ну, перепройти именно на той версии, но все-таки, когда новая версия вышла, я хотел все-таки глянуть глазком на Микурут, именно новый. И... Пока смотрел, ну чуть-чуть его глянул, совершенно немного, даже, можно сказать, только начало, и потом подумал, нет, все, это нужно проходить на камеру, то есть на запись, потому что там довольно-таки все прекрасно. Но это чуть-чуть, я совершенно, то есть там будет незначительно то, что я видел, то, что я знаю. Сказать даже, дальше утра четвертого дня я не заходил даже, то есть я увидел, мне понравилось, я сразу выключил. И... Одна, как бы, плохая особенность зимнего лета, потому что все, если вы обновляете версию, следовательно, все сохранения не работают с предыдущей версией. Вот так вот. Поэтому приходится проходить по новой. Так, давайте мы дальше проходим, потому что, ну, это мы знаем. То есть, первый день мы все знаем. Так, опять же, мы поднимаем карму, мы все поднимаем, потому что нам нужно знать. Попрощаться. Да. Это тоже мы помним.
Что ж так... Не хочется, конечно, но приходится. Да уж, вы извините, что я так буду помалчивать, но потому что... А что говорить еще, если мы уже это все видели? Буквально, вот, все то же самое. Похоже, я заблудился. Ладно, все, я не на Славе иду, потому что она мне не нужна. Не в том, что она вообще не нужна, вообще. То есть, именно как бы... В данный момент она мне не составляет никакого интереса. Электроник. Неудачный русский косплейщик. Я его как-то обозвал. Ничего не делать. А, черт, я на Алису выхожу. Нет, на Алису я не хочу. Я на Алису не хочу пока. До Алисы мы еще успеем дойти. Потребовать котлету. Бежать на площадь, на спортплощадку. На площадь. Ну, естественно, мы ничего не добьемся. Нет. Ковыряющаяся Алиса. Встать на сторону Слави. Блин. Но это мне не нужно. Я хочу сейчас на Мику выйти. О, карма поднялась. Не подходить даже. Похвалить книгу, а... Дать ей уйти. Все. А, карму подняли и прекрасно. Все. Отлично. Отдать ключи вожатой. Хотя музыка немножко изменялась, потому что... А, ну, возможно, из-за того, что все-таки я со Славой больше, как бы, проводил времени. Поэтому мне ключи остались. Или я уже, честно, не помню. Так, я все-таки версию менял. Да, я версию менял. И что это? А, получить подписи. Да. Итак, ну ладно. Хотя нет, мы идем по Only Miku, потому что мы должны все-таки идти по оригинальной веточке с Мику. Поэтому сесть одному. Я сам пройдусь. Итак, на мускружок обязательно. Так, опять же, я прошу прощения, что я пропускаю, потому что это сейчас идут самые неинтересные дни. И да, я пока буду рассказывать, пока будет идти пропуск. Надо записаться. Как я узнал, что уже готовится, пока я записывал серии по Мику, уже готовится запись, ну, именно идет мод готовиться к Рутульянке. Уже пятый день, я так понял, пишут. И мне кажется, я знаю, чем себя займу, пока буду записывать Мику. Так, а тем временем мы уже обошли почти все. То есть, что нужно было на второй день. О! Новые декорации! Знаете, мне нравится. Новая ЦГшка. Отлично. Так, не записываться, это нам не нужно. И опять Славу где-то поднял. Блин, а куда еще? А, в общей кружке надо зайти, чтобы меня тупо не принимали. Никуда. Не вступать, иди нафиг. Так, дальше. А, ну это тоже мы знаем, полифония. Да. Отлично. Ну, конечно, с Мику. Улыбнуться. Да. О, вот она. Как раз таки интересная сцена, про которую я говорил. Так. Сам справлюсь. Пометить карты. Мы хотим быстренькой победы. Так, ну как обычно. Не спорите, оно нафиг не надо. Отлично. Итак. Давайте, наверное, все-таки еще раз поиграем. Кто будет. А, мы против Лены играем. Кстати, забавный факт. Если играть с Леной постоянно, ну вот если постоянно проигрывать, ну, это уже сам Сэм Делкун уже объяснял. И не один раз, кстати, что это специальная фишка, чтобы набить с ней как можно больше отношений ЛП.
До некоторого времени это все-таки считалось багом. То есть можно было постоянно ей проигрывать, переиграть, проигрывать, переиграть, проигрывать, переиграть, насколько вам влезет. Ну, пока вам удача не улыбнется хреново так. И можете ей с ней набивать отношения так, ну, сколько хотите. Не с каждой девочкой есть выбор переиграть. Поэтому давайте мы все-таки поиграем. Все-таки... Интересно же. Может, мы с Мику встретимся. Так, Алиса, Шурик, Мику и Ульяна, Женя и Славя. Так, давайте попробуем выиграть хотя бы. А, да, мы же пометили карты, поэтому мы знаем, что воровать. Я хочу... Забирай. Забирай эту карту, она мне не нужна. Отдай мне эту карту. Нет. Забирай. Ну, я эту возьму. Да, забирай. Да я уже априори выиграл. У меня тут такая кошерная пара. Все отлично. А нет, уже следует нельзя так наделать очков поражения. Так, Шурик. О, Алиса сразу же ушла. Так, дальше. Блин, Ульяна, я не хочу с Ульяной. Ладно, ну и Женя. Так, у девочки, которая... Как обычно. Это мы тоже читали, это все мы читали. Так, мы у нас, опять же, тоже, как ни странно. Так, странно, ладно. О, носилась Ульянка. Вот. Кажется, с Ульянкой не читал диалог. Поддаваться будешь? С улыбкой до ушей она уставилась на меня. Я хочу всех победить. Не буду. Я отрицательно покачал головой. У нас же спор, помнишь? Ты разбивала. Спор это да. Но играть будем по моим правилам. Что бы это значило? Я просто ничего не понял и не запомнила. Итак. Подал голос электроник, явно гордящийся своей ролью мастер-церемонимейстера. Первый тур окончен, победитель встречается во втором туре. Лена, оказывается, никуда не ушла. Она просто стояла скромно и явно собиралась следить за событиями до самого финала. При этом на лице у нее не было ни злости, ни обиды, ничего-либо в этом духе. Напротив, в ее глазах горел азарт. При этом азарт болельщика. Похоже, таки он исправил этот баг, что можно было набивать очки. Все-таки этим рандомным турниром. Что же бесит в том, что я не обидел ее, я немного расслабился. Между тем, в таблице уже появлялись имена участников второго тура. Если верить этой таблице, то в полуфинале встречаются 4 игрока. За первым полуфиналистом встречаются Шурик и Женя. Когда второй столик прочно оккупировал ваш покорный слуга и Ульяна. Итак, как мы все-таки, ну, окропили карты, чтобы мы знали, что брать. Так, нам нужна. Так, что у нас есть, можно по паре взять. А, вот, нужно двойку забрать. Не понял, что она хочет у меня забрать, какую карту? А, какую карту ей отдать? А, у меня четверки есть, на. Шестерку забирай. По тем же самым правилам. О, нет, нафиг она мне нужна. А хотя нет, забирай, забирай. Нет, это и нельзя отдавать. А короли у нее есть, а пусть короля забирает. Восьмерку. Да, восьмерку то же самое забирай. Я туда забираю. Ну все, я выиграл. Отлично. Выиграть у Ульяны оказалось легче, чем пережить последствия этой победы. Потому что она вдруг перегнулась через стол и принялась колотить меня своими маленькими кулачками. И довольно сильно. Ты ведь обещал проиграть. Она была так обижена, будто я ее предал. Обещала, я ведь тебя просила. Интересно, понимаешь, что только что признала в жульничестве? Впрочем, я и сам жульничал, но... Я ничего не обещал. С трудом мне не удалось вставить пару слов в перерыв между ударами. И менее ясно было только одно. Почему меня никто не спасает?
Где Ольга Дмитриевна, когда она так нужна? Но кажется, всем было настолько весело наблюдать, как меня убивают, что никто не думал прекратить развлечения. Наконец, поставив свой сотый синяк на моих руках и голове, Ульяна немного запыхалась и перестала меня бить. Она все еще была недовольна. И это мягко сказано. Она свирепо топнула ножкой. Ладно, ладно! Я тебе это еще припомню. И с этими словами она резко развернулась и ушла в зал. У меня появилось пару минут на то, чтобы привести себя в порядок и уточнить ситуацию в плей-офф. На соседнем столе борьба разжалась нешуточная. Но удача сегодня совершенно определенно улыбалась жужелицам. Он не показывал особо интереса, может быть, это был в этом его секрет. Второму полуфиналисту повезло куда меньше. Шурик кивнул и поднялся за стола. Кажется, у него проблемы с появлением эмоций. Что же касается нашего стола? Я двигаюсь уверенно. Следующая моя жертва уже видна на горизонте. Жужелица. Может быть, и скрипит о том, что играть не хочет. Но, блин, она же в финале. Придется потрудиться. Стоп. Как это не... Все-таки не совсем исправлен баг. Когда я проходил, и ты когда окропляешь, ну, когда ты карты делаешь видными, ну, жульничаешь, соответственно, тут объясняется, если ты, допустим, попал с Алисой, у вас не происходит диалог. Мол, карты подделал. Ну, молодец, молодец. Но только будем играть по моим правилам. Ну, естественно, дают нормальные карты. А тут ничем не объяснили. Халтурщики. Так, нет, мы не отдаем восьмерку, потому что нам может понадобиться пятерку. Пятерку можешь забрать. Ну-ка, что у тебя тут? Отдай мне эту карту. О, семерки. Отлично. Не-не-не, я тебе не отдам. Это тоже я тебе не отдам. Забирай. А ну-ка. Что за карта? Пятерка. Блин. Забирай, она мне не нужна. Это что у нас, кстати, за карта тоже? Давай. А, двойка. О, фух, я выиграл. Отлично. Реакция жужлицы была обескураживающей. Ее не было. Но это меня не смущало. Самое главное, что я победил. Остальные пусть думают и делают, что хотят. Даже Алиса. Сейчас-то ей никто не поверит. И это, пожалуй, радует больше всего. Поскольку турнир занял довольно много времени, Ольга Дмитриевна объявила, что все же остаются на ужин. Ну, дальше это мы видели, потому что они, ну, едят. Ульяна, как обычно, откусила торт и убежала. Нет, торт обречен, за ним гнаться бессмысленно. Смысл. Хотя карма у меня понизилась. Из-за чего-то непонятно. Итак. Мы идем в мус-кружок. Да, тот же самый диалог. Хотя вот тут должна, если бы я перепроходила бы по новому прохождению. Так, верни голову на место. Да, все-таки нет, все-таки сохранился диалог. Она, я просто бы сказал бы угу. Ну там немного фраз, то есть особо такого. Итак, как обычно, мы стараемся поднять как можно больше репутации. Мы хотим все-таки выйти на концовку с Мику, чтобы она у нас была, ну, true концовка. Опять же, с Мику. Мы сейчас постараемся все это попробовать пройти очень быстро. Конечно, да, 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 да. Да, 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 да. Мы это все помним, да, мы это все знаем, да, 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 давай. Быстрей, 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 быстрей. С Мику, конечно. С кем же еще? Давай, 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 быстрей, быстрее. Мне кажется, это будет самый тихий выпуск, потому что. Стоять назад! Стоп, стоять. Назад. Вот.
Мы идем на сцену, потому что нам нужно на Мику диджей выйти. Уговорить Мику. Да, Мику. Да, будешь танцевать, я же лично приглашу. Капли дождя. О! Выбрать музыку. Капли дождя обязательно, потому что... Это больше влияет на Мику, опять же. Хотя можно было бы опять на Лену выйти. Нет, на Лену мы не будем сейчас выходить, потому что она сейчас не особо важна. Но мы к ней как-нибудь вернемся, потому что я должен допройти все концовки, а не одну концовку, как сделает Рома. Так, называется Мику. Благо там есть что... О, да, все, мы вышли на Мику. 13, 14. Все. Все то же самое. В основном вся, как бы, каша заваривается больше к пятому дню, когда вот мы ее обидели, и когда выбор с бритвой идет. Да. Помогать. Да. Как мы гонялись за ежом, мы тоже это все помним. Черт, это все это очень... Хорошо, что есть перемотка. Так бы я уже боялся бы, сколько я бы это получал. Да. Мы получили от нее амулет. Не амулет, а браслет. Мы со всеми снизили отношения, кроме Ульяны. Опять Ольга Дмитриевна злится. Ну, все как обычно. О, склад поменяли. Отлично. Мод развивается и развивается. Так, промолчать. Мы не пользуемся, потому что нам это не нужно. О, это повысило с Мику отношения. Карма тоже повысилась. Я, честно, не помню, что именно чистое влияет карма. Хорошая концовка. Естественно, я не помню, как уже дальше выходить на все это искать. Это тоже мы помним. И это тоже мы знаем. Правда, тут мы сидели уже именно в основном... О, тут на этой локации мы сидели, а так мы там сидели. Ну, тут она жалуется на то, что ее папа наругал. Все то же самое, все то же самое. Я пытаюсь что-то увидеть. А, как на Мику мы упали. Вы, конечно, извините, что я сейчас смотрю на очевидные вещи, но... Надо немного подождать. Хотя я мог это все сделать не на камеру, но... Если бы не на камеру, тогда бы пропустили бы турнир. А на турнир все-таки нам нужен. Так, да, это тоже нам не нужно. Потому что... В основном вся мишура начинается с пятого дня, ну или шестого дня, когда на гитаре мы играем и когда мы ее обижаем. Да. Да, все-таки мы здесь должны сейчас будем. Угу. Да. Так, стоять. О, все-таки добавили много ЦГшек таких вот, которые, ну, раньше ты не мог особо представить, а сейчас уже можно хотя бы попробовать примерно ситуацию. Да, мод развивается капитально. О, и сейчас изменилось, то есть много чего изменяется. Все-таки мод развивается, и конкретно. Так. Итак, стоянка. Так, побежать на сцену. Мут-кружок. Общие кружки. Ну, все то же самое. Так. Если я не ошибаюсь, сейчас на прошлом прохождении мы брали бритву. Мы ее забирали. Мы забирали ту бритву. Давайте попробуем на этот раз не забрать бритву. И так как, опять же, мы выходим на хороший конец, ну, выходим как бы на нейтрал и на true. Нам это не особо необходимо. Итак, отдать бритву хозяйке.
Немного подумав, я решил, что присваивать чужое все-таки нехорошо, и, поискав глазами, нашел Алису по ту сторону костра в окружении ребятишек из 4-3 отрядов. «Алиса!» Она вздрогнула и подняла глаза. «Смотри, что нашел! Твое?» «Ты глупый, что ли?» Зашипела она, бросив взгляд по сторонам. «Еще раскрой и размахивать начни!» «Ну, раз она тебе не нужна, так бы и сказала. Давай сюда!» «Вот как? И что мне с этого будет?» «Она тебя поцелует! По-взрослому! С языком!» Пропыхтела Ульяна, до сих пор успешно умудряющаяся бегать от вожатой, электроника, Саныча и еще нескольких пионеров. «Какой любопытный вариант!» – протянул я. «Но боюсь не того уровня услуг, чтобы за нее так щедро расплачиваться». Бросил я бритву на ладони. «Только не давай ее Мику больше, хорошо?» Алиса кисло улыбнулась и, спрятав оружие на грудном кармашке, кивнула. Вернув ей кивок, я отошел к месту, где лежал мой свитер. Уместный или нет, ему здесь не было места, особенно учитывая то, что я запланировал. «Отряды, стройся!» «Блин, кажется, сегодня все наперекосяк идет». И со звездочкой поругался, и сбежать не сумел. Если опять еще с жуком пару поставят, впору будет вешаться от неимоверной веселости моего бытия. Нет, это мы уже видели, это мы сейчас... Пока мы не выйдем на вариант... Вот видите, с бритвы узнали некоторый вариант. Вот, про душевые. Так, посмотреть еще. Щенила... Вот, духи пахучие. Не пахло ничем. Дегтярное мыло. Из последней. Оттуда типа пахнет эвкалиптом. Да. Капли дождя. Мы помним. Все связано. А, вот. Один краткий миг из влажной бездны, глаза снова стали пустыми стеклашками, смотрящие сквозь меня. Ты хотел поговорить? Говори, отпусти меня в сон уже. Хорошо, только выслушай меня внимательно, хорошо? Я всегда тебя слушаю очень внимательно. Сказала, что меня не существует. Она выглядела подавленной. Знаешь, для того, чтобы предложить расстаться, существует целая куча других формулировок. Что это значит «не существую»? Блин. А вот тут я не знаю. Давайте попробуем. Наверное, стоило предварительно вареночки выпить, но у меня как шторка в памяти откинулась, настолько резко я вспомнил. Даже не знаю, чего я больше испугался тогда, что все происходящее выдумка или того, что тебя не существует. Ты опять? Да нет, я не о том, просто получается, что с твоей стороны это была видимость, а ты мое просто психическое расстройство. Но все видит относительно. Для рентгена существуют волосы, кожа, для слуха не существует красок, причуды восприятия, понимаешь? И если я помню тебя, знаю и чувствую, то какая разница, если для кого-то вдруг не существует ни тебя, ни меня? Здесь и сейчас. Ты есть. Я поймал ее ладонь и чуть-чуть сжал. Чувствуешь? Да. Поэтому давай сделаем вид, что мы есть. И раз уж нет на самом деле. Но не будем больше разбегаться, хорошо? Мне без тебя совсем грустно. Мик улыбнулся сквозь слезы. Пора. У нее перехватило дыхание. Знаешь... Она, наконец, справилась с собой. Что-то у меня нет настроения ни репетировать, ни делать что-то еще. Что-то еще ты растревожил. Не знаю, сумею ли заснуть. Хочешь, чтобы я посидел рядом? У тебя не получится, у тебя Лена выгонит. Рассмеялась японка. Ну тогда, может, пойдем еще какое-нибудь кино посмотрим. А это идея, только не очень длинная, хорошо? Не хочу нарушить график. Несмотря на то, что не... Ой, ну все то же самое. Так, стоп. Лена. Блин! Твою дивизию. Это мы выходим на good console. Это мы сейчас выходим, да, все-таки. Давайте мы сейчас здесь сохранимся. Здесь мы сохраним. Потому что здесь мы выходим на сцену. Если вы помните предварительно, то в прошлом прохождении нас остановила Славия и сказала, что вы тут делаете. И мы просто отправились домой. А тут мы, похоже, открыли такие первую сцену, про которую я говорил ранее в прохождении, что тут есть две хентайные сцены. Это первая сцена, когда мы с Мику... Ну, что мы с Мику?
В первом мы это делаем в рубке, а во второй это мы уже делаем в каком-то домике, который мы удили у вожатой. То есть вот так вот. С улицы нас все равно было, можно было заметить, если очень постараться, поэтому мы на цыпочках пересекли помещение основного клуба кибернетики, открыли внутреннюю дверь и лишь заперев ее изнутри, позволили себе расслабиться. Дверька была хлипковатая, звуки не отсекало совершенно, и хороший пинок бы распахнул ее как пить дать. Проще говоря, держалась эта дверь только на репутации администрации лагеря, да и нежелание пионеров получить дополнительные сложности. Зато она была непрозрачной. И здесь можно было спрятаться целого лагеря. Ну что, какой фильм? Я обернулся к Мику, и продолжение застряло у меня в голове. Мне договорить не дали. Я как-то и забыл начало предложения, примерно к его середине. Настолько воздух вдруг оказался насыщен. Даже не знаю, как это назвать. Предвкушением, страстью. Первый поцелуй у нас уже был. Вообще-то, строго говоря, их там было куда больше было, но... Тогда это была ночь, была луна, было много-много воздуха, который растворил в себе концентрацию запахов. Здесь же оказался совершенно уязвимым. Я рыдаю от твоей манеры выставлять себя жертвой домогательств. Ты можешь вздохнуть. Любезно подсказало подсознание. А после того, как тебя трясти перестанет, можешь пройти оставшиеся 5 сантиметров до ее губ. Вы как раз кино хотели посмотреть. Несколько секунд она стояла, прикрыв глаза, будто пытаясь впитать в себя те ощущения, что дарило банальное, в общем-то, соприкосновение губ. Но потом этого показалось ей мало, я ощутил холодные пальцы на разгоряченной коже. Она была первой, она была единственной, она была настоящей. «Сенечка, почему так смущаешься?» «Но я... не...» «Ты весь дрожишь, и сердце у тебя колотится». Она положила ладошку мне на грудь, и от невинного прикосновения у меня мгновенно выступила испарина на лбу. И от сердца вниз рвануло сладкой волной предвкушения, присутствие чуда, чтобы здесь не произошло. Наша привычная ласка, принадлежащая только мне и ей, та, по которой мы узнали друг друга даже в темноте, почему-то чуть ли не до фетиша восторгала целовать ее пальцы, рисовать спирали на ладони, собирать тепло с дыханием с запястьев. «Если не хочешь...» «Господи, нас специально, что ли?» Я зарычал и, подхватив ее, прижал к себе. Как в том самом танце. Она поняла, что от нее требуется. Еще раньше, чем я успел подумать об этом. Развела ножки и обняла ими. Почти села на мои бедра, повиснув на мне близко-близко, сердце к сердцу. А потом, как дни в третьем, был тонкий слой ткани. И под тканью ничего не было, кроме Мику. Она что-то лепетала, но я уже не обращал внимания ни на ее слова, ни на попытки направить меня. И то, что творилось между нами, человек непосвященный назвал бы садизмом. Мы дрались, кусались, прижимали друг друга так, что кости хрустели. И до скрежета сжимали зубы, чтобы не заорать в голос, когда бесстыдные губы находили в себе дорожку вдоль путей пульса. Вниз от уха, по шее, под ключицу. Знаете, мне вот это, вот пока я читал, ну, по крайней мере, когда я вспоминал прохождение, я не особо вчитывался. А вот когда вот начал перепроходить уже некоторый раз, вот именно вот эту именно сцену, я все чаще начал понимать, что, мне кажется, это было вдохновлено больше таким произведением, которое я не очень люблю, но написано все-таки грамотно. Это 50 оттенков серого. Вот что-то такое похожее есть. Но только там все-таки до хрена садизма, я так понял, было. Ну, я не особо читал, вы можете мне не верить, но я все же не читал там так уж, чтобы как так объяснить. Ну, в общем, вы меня поняли, я надеюсь, поняли. То есть я просто в режиме беглого чтения. Поэтому как-то так. Продолжаем, наверное. И тянули к себе, желая здесь и сейчас только раствориться в другом, отдать себя без остатка. Она была невесомой, пахла так, что я обоняла больше подсознание, чем я сам. Была чуть соленоватой на вкус. «Ближе», — выдохнула она. Мысли одна за другой покинули голову, уходя куда-то на геостационарную орбиту. Между висками воцарилось щедро пересыпанное желанием восторженное ничто.
Но, наверное, оно и к лучшему. В таких случаях лучше дать природе делать так, как правильно, а не заниматься высокодуховными тизаниями. В некоторый миг я будто обратился с торуким существом, способным чувствовать, как подается потребовательной лаской нежная девичья кожа. Я был везде и вбирал ее в себя, испытывал до последней капли. Пробившийся с улицы блик отразился в ее глазах, полуприкрытых, затянутой масляной пленкой. Розовые щеки, сбитое дыхание. Она моя, а я весь ее. Меня не может существовать. Но я хочу чувствовать себя. Иди ко мне. Сколько я уже таким вещами не занимался. Если верить памяти, несколько лет. Если верить телу до крупной дрожи, никогда. Ноль опыта, веду себя как медведь. Наверное. Ну, куда же ты? Чуть выше. Ее шепот прыгает, а ногти больно врезаются в мои плечи. Я уже сам не ведая, что говорю, восторженно выдохнул. Я что? Воздух стремительно становился раскаленным, влажным, пахнущим ей. И все-таки, пока, вот опять же, замечание от Ромы, ну, которое... Он говорил, что человек, вот Сим Делпун, описывал это все как бы слишком тщательно. Но вот именно в ветке DJ Root Miku, тут все описано, ну, максимально так, как оно должно быть. Больше описаний именно художественных, меньше детальных. И все-таки не так подробно это все описано. Что, безусловно, большой плюс. Потому что когда я читал и тоже ветку с Леной, правда, там все-таки было меньше. Наверное, все-таки под гнетом ленофагов, которые было приличное количество, да и сам Сэн Делкун ленофаг, решил все-таки дополнить сцену и несколько перестарался. Ну что ж, лакомый руки. Продолжим. Ох, заткнись. Помоги мне. С натугой произнесла она. Еще чуть. На пути встало какое-то препятствие. Я как ни старался, я не мог. К счастью, японка быстро сообразила и привстала в локтях, чуть приподняв бедра, и быстрым, отрывистым движением прижалась сама, прижала меня. И, забывшись, вскрикнула. «Тихо, милая!» Я закрыл ее губы поцелуем. И совершенно пустил из виду момент, когда мы стали едины. Если бы не... Ее щеки влажные от слез, и я от неожиданности остановился. «Мику, солнышко, что, тебе больно?» «Да ну, Семен, нет, ей очень приятно, когда девушка расстается с первым разом. Очень приятно, знаешь ли. Хотя, опять же, зависит от девушки, может, ей просто сильно не больно, может, просто слезы радости. Черт его знает, я в этих делах совершенно не знаю ничего». Да, как ни странно. Она поморщилась. «Все в порядке, не останавливайся». И потянула к себе, продолжая движение. Выдохи все резче, все чаще. Движение с речи уже обоюдное, в едином ритме, в танце. Что возрастом старше человечества и ровесник самой жизни. Ноги уже сами начали уставать от неудобной позы. Плюс приходилось придерживать девушку руками, чтобы не брякнулась. Но все же такие мелочи. Она забыла обо всем, как и я. Наверное, сейчас слышно во всем лагере. И кричала изо всех сил, вся сотрясаясь, закусив нижнюю губу. Ох, уже представил. А что? Романтика? Ночь? Хотя сейчас вожатые наразительно Тусаны, чем так же сам, примерно, развлекаются. Возможно. Я не знаю. Мику что-то лепетало, и я этого уже не слышал. В этот момент не существовало Мику. Я полностью впустил Мику в себя, полностью растворился в ней. Кажется, я потерял сознание. Потому что пришел в себя, стоя у пола, опираясь на него ладонями, весь взмокший, тяжело дышащий. А Мику, уже набросившая на мои плечи, набросившая на плечи мою рубашку взамен той, что потеряла пуговицы в бесславной борьбе со мной, смотрела на меня с теплым восторгом в глазах. Я читал о книгах, что любовь — это что-то с крыши сносящее. Но с такой степени. Наверное, потому что это был моим первым мальчиком, Сенечка. Романтика, влюбленность. Оргазм начинается в голове, да? Ты умница. Пойдешь поцелую? Боюсь, если я сейчас открыюсь от стола, то упаду. Тихо,
Тихо улыбнулся я, борясь с ощутимой слабостью в коленях. Я всю энергию, что была, потратил. Теперь ручки трясутся, ножки трясутся. Значит, кино не будет? Какое кино после такого-то? Я шучу. Мику подмигнула. Но я где-то видела... Она свернулась к шкафу и, немного повоевав, достала оттуда матрасную скатку с тонким одеялом и подушкой. Но зачем здесь? Уверена? Мику, как человечек, привычный тратить много, но получать много, работала в несравненно более быстром темпе, чем я. Скорее всего, она уже худо-бедно восстановилась. Вообще-то я хотела, чтобы мы посидели и поболтали, ну и гулять пошли. А лучше всего начали бы новый раунд. Она подмигнула, глядя на мое ошарашенное лицо. Но это я так, подкалываю. Знаешь что, если не дам зажить тому, что мы там с тобой... Она погладила ладонью вниз живота. Но оно потом болеть будет. Так может... Нет. Она рассмеялась, она угадав мои мысли. Мы же не Советский Союз. Нас такими и себя мучили. Так что мы ложимся спать. Вместе. Я сон вчера видела. Я рассказывала о том, как мы просыпаемся в одной кровати. Сон в руку. И кое-что еще. Мы будем спать вместе, и ты меня будешь обнимать. Мрр. Расстегнув рубашку, она опять осталась, в чем мать родила. И, усевшись на расстеленное поверх матраса одеяло, протянула ко мне ладошки. Иди сюда. Сделав несколько шажков на подгибающихся, я сел и упал на матрас рядом с ней. Очень хорошо. Мику свернулась калачиком, источая покой и удовлетворение. Ложись же. Я лишь не успел, как меня мгновенно скрутили, обернули вокруг, отняли правую руку и, укрывшись как одеялом, счастливо вздохнули. Чем она пахла? Я вдохнул запах ее волос, ее кожи. Чертовы эфирные масла оказались не готовы к таким нагрузкам и выветрились полностью. Она пахла Мику. А я не удержался и поцеловал ее в шею сзади самой линии роста волос. Мику вздрогнула и покрылась мурашками, инстинктивно чуть прогнувшись назад и подразнив меня, прижавшись бедрами. «Так», — сонно сказала она, — «ночью не приставать, а если приставать, то не будить». Логики ее слова я не обнаружил, но благоразумно решил не спорить. «Спокойной ночи». «Наиспокойнейшей», — отозвалась она. А затем на место не зашла тишина. Так, наверное, думаю, на этом мы закончим серию, ну, такую псевдо-серию, но все-таки мы должны... Ох ты, какая картинка. Я забыл, что ее уже я не видел. Все-таки много артов добавили. Серьезно. Удивляюсь, 7DL. Работает оперативно. Так, я забыл. Так, мы, наверное, закончим, потому что... Мы все-таки продолжаем выходить на остальные концовки, которые я не допрошел. Все-таки я не забрасываю 7 дней лета, но, по крайней мере, пока я не допройдусь именно диджеевский рут... Я не сделаю такого перерыва от бесконечного лета. Скорее, я просто начну другое прохождение другой игры, на которой у меня есть задумочка. Даже не одной, а нескольких. Поэтому, как-то так. Ну что ж, с вами был Карсенган. Подписываемся, ставим лайки, заходим в нашу группу. У нас уже начинают проходить стримы. Ну, как бы у нас раньше не приходили, но сейчас они больше часто. Воланд нас начал тоже стримить, и довольно-таки увлекательно. Когда все это происходит. И советую заходить и посматривать. Все-таки очень интересно. Что ж, опять же, с вами был Карсенган. Удачи, не болейте.